На вопрос, кто второй силач-юниор в России весовой категории до 93 килограммов, ответ простой – челнинец. 22-летний Артур Салахов только что вернулся с первенства России по пауэрлифтингу, прошедшим в Екатеринбурге. В России эти соревнования являются самыми престижными в этом виде спорта. Съемочная группа «Челны-24» встретилась с силачом во время его тренировки. Артур Салахов вернулся с первенства России с серебряной медалью, но о втором результате ничуть не сожалеет. Говорит, не он сплоховал, а оппонент из Ханты-Мансийского округа оказался сильнее. К тому же там Артур познакомился со многими людьми, которых до этого видел лишь на экране. Знакомые лица, как минимум, с Ютуба, потому что там собрались, грубо говоря, сильнейшие люди страны. Соревнования по пауэрлифтингу проходят в формате троеборья. От тяжелой атлетики этот вид спорта отличает упорно поднимаемый вес, нежели на технику исполнения, как в атлетике. В результате спортсмен присел со штангой в 295 килограммов или 90 полнотелых кирпичей. Лежа справился с 210 килограммами, а на становой тяге осилил 280. В жиме лежа и в тяге это был мой предел. То есть на тот день я показал максимум. То есть там я настолько тяжело справлялся с весом, что как вот ну погоди, да, бабочка туда сядет и меня уже куда-то в сторону понесет. В сумме общего зачета челнинский силач набрал 785 кило и выполнил норматив мастера спорта, правда, двухлетней давности. Признается, не дотянул. А появился этот спорт в жизни Артура случайно, 5 лет назад. В тот момент он перепробовал множество видов спорта, однако остановился на железе. Будущий тренер подсказал, в Елабуге пройдут соревнования, а ты, парень, крепкий, попробуй себя. Поехал, выступил, столько адреналина, переживаний, преодолел себя. Пожал результат, занял, если не ошибаюсь, там 2-е место в своей весовой категории. Познакомился с товарищами, с которыми мы до сих пор дружим. Теперь у Артура Салахова на этот год осталась одна главная задача. На декабрьском чемпионате Приволжского округа поднять в сумме 825 килограммов, выполнив этим норматив мастера спорта. Алексей Гарнышев, Дмитрий Кравченко, Челны-24.